А еще, мне кажется, кто-то ест мою мозоль на ноге. А! Привет, это Вики, и я живу на Мальдивах. В этой серии снова едем в резорт. Мы поехали еще один резорт посмотрим. Как там живут? Рихивели называется. Сегодня я отправляю себя на один день на остров резорт Рихивели. Это трехзвездочный резорт в южном Мали-Атолле. Номер в сутки стоит $200-300. Входной билет на один день обошелся мне в $55, включая обед. Здесь нет водных вилл, зато есть два маленьких необитаемых острова, относящихся к отелю, куда можно спокойно добраться самостоятельно. Именно туда я и решила сгонять первым делом. Ну что, я пошла на тот остров. Смотрите, сколько рыб. Я похожа на черепаху, правда похожа? О, блин. Не так-то просто, я вам хочу сказать, перейти в Индийский океан. Особенно с таким рюкзаком, как у меня. Половину прошла, кажется. Индийский океан. С того острова на этот. О, мой год. Что там делают вот эти выброшенные из океана люди? Земля, земля. Интересно, а чем тут кормят? Пойду-ка на разведочку. Ух ты. И весь остров. Там вода, там вода и там вода. И кафешечка. Здесь вам могут устроить приватное барбекю. Если, конечно же, вы его закажете. Свежая рыба на гриле, овощи, салаты, рис, все такое. Я хочу сказать, что очень классное место для барбекю, потому что лагуна очень красивая. Я видела ската, акул и много всякой другой нечисти. Но я все это нечисть обожаю. Похоже на скат. Я, кажется, опаздываю на обед. Голод не тетка. Быстро научишься бегать. Даже под водой. Скорее. Скорее. Подождите меня. Еще чуть-чуть. Похоже, еще чуть-чуть, и я... У цели. Спина отваливается, рука. Что такое рука? Где это? А еще, мне кажется, кто-то ест мою мозоль на ноге. Я даже не хочу смотреть. Добраться бы поскорее. А там... Там только манго да кири. И жизнь наладится. Пустите. Земля! Земля! Фу, я сделала это! Так, где тут кормят? Когда вы приезжаете сюда на один день, отель выделяет вам вот такую комнату, чтобы вы могли переодеться, принять душ, ну и поспать, если кому охота. Ничего особенного. Тем более, что эту комнату нужно разделить со всеми остальными гостями. Пойду я отсюда.
ресорт. Нет, правда, очень хороший. В основном отдыхающие здесь французы. Похоже, что они очень любят это место, потому что приезжают сюда не раз и не два, а как минимум 4 раза. И в честь этого им установили такую статую здесь. Ну вот магазин, дайвинг и все дела. Ну, все как обычно. Спа тоже, если кто хочет поспаиться. Так, а где ресторан? Ресторан-то где? Сказали налево. Там что ли? Нет, это похоже на частные домики. Меня обманули. Так, пока я хожу, там всех лобстеров съедят. Если честно, то у меня здесь создается впечатление, что я не на Мальдивах, а в Лягушатии. Потому что все вокруг говорят по-французски, все надписи по-французски. Ну, в ресторане наверняка какие-нибудь глисты, улитки и прочая нечисть. Сейчас посмотрим, чем здесь кормят. Должно быть неплохо, потому что французы не ели бы, что попало, правда? Hello! Я такая голодная, что нахватала всего подряд. У них, конечно, выбор небольшой, совсем маленький ресторан, но видно, что продукты качественные. А я это очень ценю. Так, ну все, прекращаю трансляцию. Я последняя выхожу из ресторана. Зато самая довольная и наеденная. Замечательная кухня. Ну, французы. Конечно, французы. Достану свой компьютер. Is that real one or fake? This is real one. Real one? Yes. Then everyone can go and drink? Can drink, yes. Okay, maybe I will try that one, Rihveli special, because it's Rihveli and it's special. Like you. From Dubai? Sorry? Not from Dubai. Am I look like Arab? Excuse me? How much costs one bottle of vodka? $90, $92. And whiskey? Whiskey also same. They have also less price also. Same 90? 90. Under 90 there is nothing? And which vodka do you have? We have Captain Morgan. Captain Morgan, it's rum. Ah, Smirnoff. 1, 2, Russian vodka also we have. Russian, how much it is? $95. $95. Wow, so fast! It is Rihveli. Is it special? It's special for you. Okay. How much is the vodka, this one, Russian one? It's Smirnoff. Ah, very strong.
Special, no? A special. Special means strong. I was supposed to take two, but after this strong, maybe I'm not able to take one more. So we'll put some ice. Water. Maybe just a little bit more juice. Can have really strong. Мне нравится этот бар. Огромный выбор коктейлей. У меня, например, Midori Special Rihveli. А еще здесь можно купить бутылку водки или виски всего лишь за $95. Ну, лично мне, конечно, не надо, но есть такие товарищи, которые меня попросили купить. Спокойно здесь в баре. Можно работать. Только несколько французов. Дайкири манго. Манго дайкири. Not so sweet. No. Maybe some extra sugar? You need extra sugar? Yes, okay. A little bit. Yes. Make it sweeter. Я все-таки купила бутылку водки своим друзьям и секретно привезла ее на Мафуши. А почему секретно, я расскажу в одном из своих следующих видео про алкоголь на Мальдивах. Подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а ваши лайки и комменты мотивируют к созданию новых серий. Спасибо за просмотр. Пока!